Мы продолжаем заниматься стационарными последовательностями. И в прошлый раз мы обсуждали, как устроена спектральная плотность стационарной последовательности, полученной из белого шума следующим образом. Мы рассматривали последовательность белого шума, например, эпсилон n. То есть это была такая последовательность, у которой средняя ноль, а ковариация устроена вот следующим очень простым образом, где дельта – это символ Кронекера. Затем мы выбирали последовательность чисел таких, что и устраивали новую последовательность Xn, равную сумма по k от минус d плюс бесконечности эпсилон n минус k ak. Вот. Оказывалось, что это стационарная последовательность. И мы определились с тем, что у нее есть спектральная плотность следующего вида. Мы говорили о том, что имеет смысл посмотреть, а что происходит при вот таком вот преобразовании с последовательностями стационарными, но более общего вида. Более общего заключается в том, что здесь вместо эпсилон будет стоять тоже стационарная последовательность. Не просто белый шум, который с точки зрения вычислений, конечно, приятен, а вот просто произвольная стационарная последовательность. Итак, сейчас вот у нас будет вот такая ситуация. Я буду рассматривать стационарную последовательность это n, которая получена из последовательности кси следующим образом. Вот здесь будет это n, вот, а исходная последовательность xn будем считать, что имеет спектральную меру вот. Если вы обратили внимание, я здесь сейчас требую от Акаты более сильные условия, то есть уже здесь ряд сходится не в квадрате, но в первой степени. В этом случае вы сможете проверить, что вот такой ряд сходится в среднем квадратическом и представляет собой новую стационарную последовательность. Наша цель сейчас пояснить, а какова спектральная мера у новой последовательности это n. Давайте сообразим. Для этого стоит записать, что означает, что xn имела спектральную меру mu. Это означало, что сейчас математическое ожидание xn с чертой равнялось единичке делить на 2π, интеграл от минус π до π, e в степени i, n минус m, лямбда, мю, до лямбда.
Вот так мы с вами определяли спектральную меру последовательности кси. Я еще раз напоминаю, конечно, она определена с точностью до перераспределения веса в точках минус пи и пи, но это как бы не так уж существенно. Вот. Для нас, поскольку все такие интегралы от тригонометрических экспонентов при этом не меняются. Ну, теперь рассмотрим, что же происходит с новой стационарной последовательностью это. Как мы уже сказали, вы проверяете, что она стационарная, а я вычисляю сейчас коррекционную функцию. Я что должен написать? Это, скажем, n на это m щепой равно. По определению последовательности S у меня будет появляться сейчас двойная сумма K1, K2. Сейчас от минус до плюс бесконечности. Вот, у меня здесь будет АК1, АК2, щертой. Вот, а здесь будет математическое ожидание. Кси n минус К1, кси m минус К2, щертой. Вот. Я сделал преобразование, нам уже знакомое, когда мы произведение двух сумм сделали одной двойной суммой за счет того, что коэффициенты хорошо устроены, я могу внести мат ожидания под знак этой двойной суммы, получится вот такая формула. Продолжаем вычисления. Я их продолжаю, подставляя вместо вот этого мат ожидания, вместо ковариации последовательности кси, ее выражение через спектральную меру получится вот такая формула. Сумма К1, К2 равно минус плюс бесконечность. Здесь АК1, АК2 щертой. Здесь единица на 2π. Интеграл от минус π до π. Е в степени и. Здесь стоит разность этих аргументов. n минус m. Я тут напишу вот так. Я здесь закрою скобочку. А вот здесь напишу следующее. Е в степени и. Тут будет минус К1 плюс К2. Вот. Я прав? Посмотрите, пожалуйста. Вот. И все это надо умножить на лямбда. На лямбда, на лямбда. И здесь мю на лямбда. Вот. Теперь то, что зависит от n минус m, здесь вот у меня. Все остальное я вот сумму внесу туда и соберу следующим образом. Еще раз вспомним, что двойная сумма, где вот так у меня выглядит то, что будет стоять по знакам суммы, это произведение. Вот. Поэтому я пишу так, единица на 2π. Здесь интеграл от минус π до π. Е в степени и n минус m лямбда. А здесь будет стоять модуль суммы по k от минус до плюс бесконечности. Как раз АК, Е в степени и коленда. И все это дело в квадрате. Все. Ну вот, мы видим, что у нас появился интеграл по новой мере. Вот это новая мера. Мю де лямбда с вот такой плотностью. Так что мы можем теперь записать еще раз соотношение уже между спектральными мерами преобразованной и исходной стационарных последовательностей. Вот оно.
Сейчас для последовательности это. Имеет спектральную плотность, спектральную меру. И вот так ню де лямбда равную модуль сумма по k от минус до плюс бесконечности, а k e в степени и k лямбда в квадрате на мю де лямбда. Вот так сейчас выглядит преобразование спектральной меры при линейном преобразовании исходной стационарной последовательности. У полученной формулы есть множество частных случаев, которыми вы будете пользоваться на практических занятиях. Ну, например, мы уже видели, что таким частным случаем может быть представление решения рекуррентного стационарного решения рекуррентного уравнения с белым шумом. Там в качестве окатых возникала односторонняя геометрическая прогрессия. Там может быть более общее рекуррентное уравнение, связывающее две стационарных последовательности, тогда здесь будет просто конечная сумма появляться и так далее. Соответствующие частные случаи на практических занятиях вы разберете. Вот. Ну а мы сейчас двинемся дальше, поскольку у нас есть еще и случайные процессы стационарные. И для них тоже могут иметь место похожие линейные преобразования. Да? Давайте вспомним, с чего мы начали здесь разговор о стационарных последовательностях. Мы поинтересовались существованием стационарного решения у разностного уравнения. Разностные уравнения являются дискретным аналогом дифференциальных уравнений. Да? Поэтому совершенно естественно сейчас взглянуть на уравнения дифференциальные линейные с стационарными случайными возмущениями. Да? Вот, давайте попробуем это посмотреть. Итак, линейные преобразования. Случайных процессов. Вот. Я напоминаю, для последовательности мы рассматривали вот такое выражение. Мы искали стационарное решение для вот очень простого разностного уравнения вот такого вида плюс белый шум. Вот. Ну, чтобы аналогия с дифференциальным уравнением просматривалась лучше, я вычту из обоих частей этого равенства xn. Получится такая вещь. xn плюс 1 минус xn равно минус 1 вторая xn плюс эпсилон плюс 1. Ничего не поменялось. Вот так. Вот. При вот этих вот, для вот такого уравнения, при условии, что эпсилон n белый шум, мы проверили существование единственного стационарного решения и затем нашли его спектральную плотность. Теперь, если мы захотим проделать похожее для случайных процессов, у нас здесь вроде бы как все готово. Ну, мы с вами после изучения курса
приближенных вычислений, знаем уже, что вот такая разность в двух последовательных значениях для последовательности ведет себя также, является аналогом производной. Да? Вот. То есть на самом деле я бы мог сейчас рассматривать вот такое дифференциальное xt'm. Это равно минус, я вот поступлю так вот, минус альфа вместо вот этой 1/2 кси t плюс и вот здесь наступает первая проблема. Почему? Ну, потому что эпсилон был белый шум. Вот, то есть эпсилон это была такая последовательность, которая имела хорошую функцию ковариации. Такую, что просто-таки члены последовательности эпсилон с разными номерами были не коррелированы между собой. Вот. Сейчас, если мы захотим посмотреть на такую же последовательность, на такой же случайный процесс здесь поставить, ну, то нам бы понадобилось что? Математическое ожидание эпсилон t, эпсилон s. Это должна была быть вот такая функция tf. Да? Вот. Ну, как бы формально, конечно, это не отрицательно определенная функция, да? Но, с другой стороны, процесс с такими свойствами, с такой ковариацией будет иметь плохие свойства. Ну, посудите сами. Мы обсуждали это в прошлый раз, что эпсилон n являются аналогом ортонормированной последовательности в гильбертовом пространстве случайных величин интегрируемых с квадратом. Да? Ну, как раз у нас символ Кронекера отвечает тому, что последовательность с разными номерами ортогональны, да, имеют любую единичку. Здесь, ну, как бы, да, вот эти два вектора, они тоже имеют длину единичка и ортогональны. Но сколько их? Если t и s пробегает всю действительную ось, то мы получим континуальное количество взаимно ортогональных случайных величин, взаимно ортогональных векторов. Соответствующее гильбертово пространство перестает быть сепарабельным. И с точки зрения каких-либо хороших свойств этот процесс совершенно безнадежен. Поэтому давайте мы не будем рассчитывать на то, что удастся нам рассматривать такой процесс, по крайней мере формально, да. Можно, конечно, писать там некую стохастическую, некую производную винеровского процесса. Вот. Но я предлагаю поступить здесь проще. Заменить вот это эпсилон просто другим стационарным процессом. Итак, я буду сейчас считать, что эпсилон t это просто стационарный процесс, имеющий некоторую спектральную меру. Да? Вот. То есть хороший будет не просто стационарный, а непрерывный в среднем квадратическом, вот, что будет удовлетворять требованиям теоремы Бохнера. Вот. Итак, считаем сейчас, что эпсилон t это стационарный процесс с спектральной мерой мю. На этот раз мера на прямой, и мы знаем, что математическое ожидание эпсилон t на эпсилон s чертой это есть сейчас единичный глоби интеграл с минус до плюс бесконечности e в степени i t минус s лямбда мю дельта. Вот. Вопрос состоит в следующем. Имеет ли вот это уравнение стационарное решение? Если имеет, то сколько? И какова будет спектральная мера получившегося стационарного решения? Ну вот оказывается, что как и в дискретном случае, здесь ответы такие. Существует единственное стационарное решение соответствующего уравнения.
И мы с вами легко сможем выписать не только само решение, но и его спектральную меру. А поступать здесь будем ну, примерно так же, как вот мы делали для разностного уравнения. Почему мы можем так поступать? Да потому что сейчас это представляет собой непрерывный в среднем квадратическом случайный процесс. Мы помним, в теореме Бохнера это существенное условие. Наличие спектральной меры. Да? Вот. Раз так, то этот процесс можно интегрировать. И я тогда записываю как бы следствие из вот этого соотношения на конечном отрезке. А именно, если у меня будет t0 меньше, чем t, то отсюда, из этого дифференциального соотношения, я получу следующее равенство. Кси от t будет равно e в степени минус альфа на t минус t0 плюс интеграл от t0 до t e в степени минус альфа t минус s эпсилон s ds. Так? Вот. Потому что, понимаете, это как бы стандартное решение для линейного дифференциального уравнения первого порядка с постоянной константой. Вот. Ну, вот так. Прошу прощения, здесь должны быть домножить на кси t0. Это как раз то, что получалось у нас и в дискретном случае. Почему я говорю, что то, что получалось и в дискретном случае, а вот по какой причине. Посмотрите на вот то, что здесь написано. Я могу его переписать немножечко. Давайте это сделаем. Уже дифференциальная форма уравнения не нужна, я ее вытираю. А продолжу равенство. У меня, как и в дискретном случае, получились здесь два слагаемых разной природы и разного поведения. Вот начнем с вот этого. E в степени минус альфа. T минус T0. Кси T0. Так, вот оно слагаемое. Плюс второе я здесь выпишу следующим образом. Я напишу здесь вот что. Е в степени минус альфа t. Так, а здесь умножить на интеграл t0 до t. Е в степени альфа s. Эпсилон s. Ds. Вот. Теперь давайте посмотрим на то, как ведут себя оба этих слагаемых, когда. Когда t0 сходится к минус бесконечности. Это ровно такой же прием, как мы с вами уже обсуждали, рассматривая последовательности. Да? Там мы тоже записали то, что получается из разностного уравнения за несколько шагов назад по времени, а затем посмотрели предел, когда вот количество шагов сходится к бесконечности. Здесь то же самое. Итак, если мы предположим, что кси – это стационарный процесс, то есть стационарное решение, то понятно, что за счет отрицательности альфа вот такая штука сходится к нулю в среднем квадратическом, когда t0 сходится к плюс бесконечности. Да? Давайте это запишем. Математическое ожидание модуль e в степени минус альфа t минус t0 на кси t0 в квадрате равно число выскочит в квадрате, да, оно действительно сейчас минус 2 альфа t минус t0 умножить на сигма квадрат, да. Это стационарный процесс, и неважно, в какой точке мы вычисляем от ожидания квадрата модуля.
Так, в какой точке по времени. Ну и слава богу, это сходится к нулю, это ноль, стремящимся к великой бесконечности. Вот. Второй интеграл. Давайте на второй интеграл посмотрим. Понятно, что вот это нас не интересует, оно никак не зависит от времени, от t0. Осталось посмотреть то, что там. Давайте посмотрим. Интеграл, вот, я сразу напишу от минус бесконечности до t, e в степени альфа s. Здесь напишем так, математическое корень из математического ожидания модуль эпсилон s в квадрате ds уменьшится до бесконечности. То есть что у меня получилось? У меня вот здесь стоит норма в пространстве L2, вот этой случайной величины. Это просто множитель. И имеет место ровно такое же свойство, как для сходимости рядов, для сходимости интегралов неопределенных с аргументом из Гильбертова пространства. Если интеграл от нормы сходится, то отсюда следует, что существует интеграл как предел. Интеграл с минус бесконечно t, e в степени альфа s, эпсилон s, ds. Вот. Ну вот, собственно, и все. Мы проверили с вами, что каждая из слагаемых здесь и здесь имеет предел. И больше того, мы предел записать можем. Окончательно получится такое равенство. Ксента. Это есть интеграл от минус бесконечности до t, e в степени минус альфа t минус s на эпсилон s dash. Вот. Пожалуйста, проверьте, что получившийся процесс является стационарным. И что решение единственное. Да? Почему единственное? Ну, потому что если было бы другое решение, мы проделали ту же самую процедуру и пришли к той же форме. Итак, мы получили стационарное решение нашего уравнения. Обратите внимание, что оно получилось ровно в такой же форме, как для последовательности. Мы интегрируем, но не геометрическую прогрессию. Там мы суммируем геометрическую прогрессию. Здесь интегрируем экспоненциальную функцию с шумом, стоящим в правой части. Вот. Ну, что осталось? Осталось написать спектральную меру. Для того, чтобы написать спектральную меру, мы делаем ровно такую же процедуру, как делали. Вот. Но я, наверное, проделаю сразу все в общем случае, когда здесь не экспонента, а какая-то функция. Да? Поскольку мы видели уже, как это делается в случае последовательности. Итак, я буду считать сейчас, что имеет место более общий случай. А именно, что у меня есть функция f, действующая из r в c, вот такая, что интеграл от минус до плюс бесконечности, модуль f от t в квадрате dt меньше плюс бесконечности. Прошу прощения, здесь первой степени. Это я в квадрате мог бы писать, если бы у меня эпсилон был бы белым шумом. Сейчас я так не пишу, поэтому пишу первую степень. Вот. Ну, а теперь я буду рассматривать процесс кси, который получился из нашего процесса эпсилон с помощью вот такого же линейного преобразования слетки, как мы делали. Итак, кси t. Это есть интеграл от минус до плюс бесконечности f от
от S, F от S, Epsilon T минус S, и здесь S. Все. Вот такое преобразование у нас есть. Это более общий случай, чем то решение, которое мы выписывали. И сообразно этому мы ответ можем записать по поводу спектральной меры. То есть мы знаем, что сейчас стационарный. И для того, чтобы найти спектральную меру, вычисляем математическое ожидание Xi T1, Xi T2 чертой равно. Ровно так же, как мы только что делали, я записываю равенство, только у меня будет не двойная сумма, а двойной интеграл. Все будет вноситься под знак интеграла, математическое ожидание, вот в силу хорошего условия на функцию f. И я могу сказать, что будет получаться вот что. Это будет двойной интеграл от минус до плюс бесконечности. Здесь будет стоять f от s1, f от s2. Вот умножить на математическое ожидание, а здесь эпсилон t1 минус s1, здесь эпсилон t2 минус s2. Все это ds1, ds2. Вот так вот. Продолжаем равенство. В силу того, что вот это у нас переписывается через спектральную меру процесса эпсилон. Получится вот что. Получится вот что равно, и здесь появится двойной интеграл от минус до плюс бесконечности, f от s1, f от s2 сопряжено, умножить на 1 2π интеграл от минус до плюс бесконечности. Здесь появляется e в степени i. Снова, как и в случае последовательности, я экспоненту разобью на два множителя. В первом будет t1 минус t2 лямбда, а во втором будет e в степени i. Здесь будет s2 минус s1 на лямбда. И все это медленно. Так. Вот и ds1, ds2. Ну вот здесь опять же мю конечная мера. Интеграл t сходится абсолютно. Поэтому можно занести под знаком интеграла и переписать в следующем виде. Это будет 1 2π. Интеграл от минус до плюс бесконечности. E в степени и t1 минус t2 лямбда умножить. А там появится такое выражение. Здесь снова возникает произведение. Ровно так, как мы это делали. Здесь будет модуль интеграл от минус до плюс бесконечности f от s e в степени i лямбда s и все это ds в квадрате. Есть, и теперь все это мю делямбда. К сожалению, у меня это не поместилось в одну строчку, этот дифференциал там. Вот. Раз так, то мы приходим к выводу, что сейчас кси имеет спектральную меру, которая выглядит вот как. Здесь появляется, итак, спектральная мера xi nu d lambda будет равно модулю интеграла от минус до плюс бесконечности
f от s e в степени и лямбда s ds по модулю в квадрате медленно. Вот так сейчас преобразуется спектральная мера при линейном преобразовании стационарного процесса. На этом можно было бы уже останавливаться и говорить, да, мы теперь можем работать со спектральными мерами или плотностями стационарных процессов по их преобразованию, если бы не одно. Дело в том, что в том случае, когда мы обсуждали с вами стационарной последовательности, разностный оператор, который дает произвольно, являлся частным случаем вот того преобразования с коэффициентами 1 и минус 1, да? И остальные нулевые. А вот сейчас у нас есть вроде бы как отдельно преобразование свертки и отдельно произвольно. Поэтому нужно еще посмотреть на произвольно. Вот что все-таки для нее было бы преобразование, как бы для нее было бы преобразованием спектральной меры. Итак, вот давайте я отдельно, хотя это отсюда можно было, из этой формулы можно было вытащить, но я отдельно сделаю вот какое преобразование. Итак, пускай у меня будет кси, t, t принадлежит r, это будет стационарный и непрерывно дифференцируемый в среднем квадрате ическом процесса. То есть вот мы знаем, что и предположим, что кси имеет спектральную меру. Вот. То есть кси имеет спектральную меру. Вот. Рассмотрим произвольно. Пускай это t, это есть кси-штрих t. На вашей совести я оставляю проверить, что это снова стационарный и непрерывный в среднем квадратическом случайный процесс. Раз так, то тогда это обязано иметь спектральную меру. Да? Значит, это имеет спектральную меру. И что же это будет за мера? Вот вопрос, на который нам предстоит ответить. Ну, здесь несложно. Давайте мы просто напишем ковариацию это и попробуем ее выразить через ковариацию кси. Итак, нам нужно математическое ожидание. Это t, это s. Так? Вот. Что равно сейчас? Математическому ожиданию кси-штрих t кси-штрих s чертовой равно вот здесь что получается. Давайте вспомним, что мы с вами, обсуждая такой L2-анализ для случайных процессов, пользовались на самом деле крайне простым соображением. А именно в хороших случаях мы говорили, что там скалярное произведение непрерывно, линейно и так далее. И можно вот эту операцию дифференцирования вытащить за знак математического ожидания. То есть я сейчас пишу так, это d2 по dds, так, от математического ожидания кси t кси s. Да, вот. Ну, раз так, то дальше как бы сложно. Равно.
равно D2 DT DS, единичка на 2π, интеграл от минус до плюс бесконечности, e в степени i, t минус s, лямбда. Вот здесь мю d лямбда. Что же происходит? Давайте посмотрим. У меня, опять же, мера неконечная, поэтому, ну, не совсем поэтому, а потому что есть вторая производная у ковариационной функции, я могу дифференцировать под знаком интеграла. Вот здесь есть небольшая тонкость. Да? Чтобы продифференцировать под знаком интеграла, я должен быть уверен, что интеграл с лямбда квадрат будет сходиться. Да? Вот. Поскольку вот это похоже на характеристические функции, можно вспомнить, что мы говорили о характеристических функциях год назад. Мы связывали производные характеристической функции и моменты случайной величины. Причем связь была две стороны. Не только это равенство, но и существование одних гарантировало существование других с определенными оговорками. И оговорки, которые мы делали, были ровно такие. Вот если есть четная производная у характеристической функции, то тогда есть нужный момент у случайной величины. Второй, например, да? Если есть вторая производная. Так вот, здесь ровно такая ситуация. У преобразования Фурье есть вторая производная, мы это знаем, а значит, есть возможность написать здесь лямбда квадрат. Именно этим я пользуюсь, занося сейчас дифференцирование под знаком интеграла. Ну а дальше то формальное вычисление тривиально, получается единица на 2π. Я здесь напишу так. Интеграл от минус до плюс бесконечности e в степени i t минус s. Я должен был бы написать просто лямбда квадрат, очевидно, да? Но почему? Потому что будет i на минус i, да? И даст это как раз единичку, и лямбда выскочит дважды. Но я напишу так. Модуль минус и лямбда в квадрате бьют лямбда. Будет понятно, почему. Мне так удобнее будет дальше рассуждать. Вот. Ну вот так преобразовалась. Вот так преобразовалась наша спектральная мера. Вот. И на основании этого можно попытаться сделать чуть более общий вывод. А именно, вот если бы у меня случайный процесс это получался бы применением к процессу пси линейного дифференциального оператора с постоянными коэффициентами. Почему мы уделяем этому внимание? Не потому, что это как бы есть хорошая математическая абстракция обобщения вот этой формулы, а по той причине, что те, кто изучал радиотехнику, хорошо знают, что там дифференциальные интегральные фильтры встречаются по всему. Вот. Так что предположим, что процесс это получался бы так. Это была бы сумма по k от нуля до n, а k, а здесь d по dt в степени k, кси d. Вот так вот. То есть вот у меня есть дифференциальный оператор, да, который, но с постоянными коэффициентами, который применяется в процессу кси. Предположим, что кси имеет нужное количество непрерывных производных в среднем квадратическом, так что это получается стационарным процессом. Какова же его спектральная плотность? Ну вот оказывается, что это имеет спектральную. И я уже пишу ответ просто ню d лямбда есть. Посмотрите, пожалуйста. Одна производная выбрасывала и лямбда минус лямбда. Следовательно, 10 производных выбросит и лямбда минус лямбда в 10 степени. Вот я это и записываю сейчас. Да? Здесь у меня появится модуль суммы по k от 0 до n, а k минус и лямбда
в степняках, общаются в квадрате. Вот, собственно говоря, вся нехитрая, но красивая наука, которая должна быть сделана для того, чтобы мы могли обсуждать все возможные линейные преобразования, не только интегральные, но и дифференциальные стационарных процессов. Возникла, я еще раз напоминаю, эта деятельность из-за того, что в случае непрерывного времени у нас различается дифференцирование и сдвиг. Да? Сдвиг, как и раньше, рождает Е в степени и Т лямбда, а вот дифференцирование выбрасывает лямбда. Вот, собственно, и все. Ну, а теперь мы с вами переходим к следующему разделу. Как мы уже говорили, вот эти вот преобразования стационарных процессов последовательности возникают не просто так. Наша основная цель – научиться как бы предсказывать стационарную, давайте возьмем сначала, последовательность. Да? Вот мы наблюдаем прошлые последовательности, а хотим знать, что там будет происходить дальше. Вот. И мы уже видели, что с такой точки зрения прогноза стационарные последовательности могут иметь крайне различное поведение. Так, например, последовательность типа случайных колебаний, то есть когда мы имеем конечное число частот и чистые колебания с этими частотами, промодулированные ортогональными случайными амплитудами, то такая последовательность допускает точный прогноз. Если мы знаем ее на небольшом участке времени, то мы дальше можем ее предсказать полностью. В то же время, например, последовательность белого шума с этой точки зрения имеет совершенно другое поведение. Когда мы в какой момент времени ее не остановились, даже если мы знаем все прошлое, дальше вот весь наш прогноз состоит в том, что опять надо проводить такой же вероятностный розыгрыш, как и раньше. Вот. То есть как бы полная неопределенность. Ну вот нам предстоит решить вот какую задачу. А как по спектральной плотности или спектральной решить, какой случай имеет место? И если удастся, то написать формулу, как вот делать это предсказание. Ну давайте двинемся потихонечку в этом направлении. Для начала стоит понять, а в чем же разница между последовательностями случайных колебаний и последовательностью белого шума. Вот давайте посмотрим на них с точки зрения задачи прогноза. Итак, еще раз, в чем состоит задача прогноза? Для стационарных последовательностей. Вот я буду считать, что ксения – это стационарная последовательность. И мы наблюдаем ее до некоторого момента времени. Понятно, что раз все стационарное, то мне достаточно момент времени зафиксировать, да? И, скажем, считать нулем. Но пока напишем вот так, что пусть известно кси к для всех к меньше или равных чем n. Вот будем считать, что мы наблюдаем вот так. Да? Нужно предложить оценку для xi n плюс 1. Ну, на самом деле, понятно, здесь вместо единички я могу написать какое хочешь число. Задача будет иметь по-прежнему смысл. Мы давайте хотя бы так разберемся. Окажется, что попутно мы выработаем общий подход, который позволит нам написать миллион вместо единички. Вот. Итак, вот это задача прогноза. Давайте думать, как мы будем ее решать. Что это такое? Вот оценка. Да? Ну вот, если помнить предыдущий курс статистики и условные математические ожидания, да, то, по-видимому,
можно, возникает вот следующее впечатление, что если бы мы знали как бы вот сигмалгику, порожденную вот этими ксихатами, вот, так, то вот это условное математическое ожидание ксихата относительно этой сигмалгебры и было бы лучшее в среднем квадратическом оценке. Да? Мы помним, что раз мы хотим какую-то функцию от ксихаты в качестве заменителя, в качестве оценки для кси n плюс 1, все такие функции измеримы относительно этой сигмалгебры. А вот это проектор на множество функций, измеримых относительно этой сигмалгебры. Ну вот, к сожалению, да, я здесь апеллирую к свойствам условного математического ожидания, деваться некуда, и их стоит себе повторить. Вот. Итак, еще раз. Если бы я вот знал эту сигмалгебру, то такое условное матожидание было бы правильное, самое лучшее оценка. Так? Но ситуация у нас сейчас ровно такая, как была в задаче линейной регрессии, в задаче метода наименьших квадратов. А именно, мы не знаем распределение ксихат. Мы знаем только известно лишь вторые моменты. Раз так, как мы выходили из положения в задаче регрессии? Мы как раз рассматривали линейные выражения. Только лишь, да? Следовательно, ищем наилучшую линейную оценку. Вот что важно. То есть мы оценку. Мы отказались от вот этой идеи в силу того, что нет у нас представления о том, как устроена вот эта сигмалгебра. Не имеем мы возможности ничего сказать, есть только вторые моменты. А как мы уже видели в курсе теории случайных процессов, ситуация такая, что, например, винеровский и центрированный пуассоновский процесс, совершенно разные по своей природе, имеют одинаковую корреляционную функцию. Да? Вот пример, как бы показывающий, что опираясь только на корреляционную функцию, мы ничего не можем сказать о вот такой сигмалке. Вот. Так что мы интересуемся наилучшей линейной оценкой. А раз линейной оценкой, то стоит посмотреть вот на что. Вот как бы линейная оценка. Что такое будет линейная оценка? Ну, это какая-то там... Вот что такое линейная оценка сейчас. Ну, например, сумма по g от 0 до n большого cg xi n minus g. Так. Ну вот, пожалуйста, вот вам линейная комбинация. Линейная комбинация нескольких значений кси к, как раз взятых раньше с номерами не превосходящими n. Да? Вот. Ну, тут как бы ревнители математической строгости и должны меня остановить и спросить, а вот каким будет это самое n? Может, тут надо до бесконечности написать, да? Вот, так что мы будем брать? Все сходящиеся ряды в среднеквадратическом. Или как? Ну, есть хорошее описание. Оно, правда, прячет проблему под ковером, но, тем не менее, оно простое. Итак, вот множество всех этих линейных оценок формируется очень несложно. Вот как.
давайте введем вот такое обозначение сейчас. Это будет H с индексом N к Си. Иногда к Си я буду опускать, если мы будем все время с одной поставки возиться. Это линейная оболочка значений ксика, где k меньше или равно чем n. То есть это как раз всевозможные линейные комбинации, такие, как я написал, но только что еще замыкание. То есть это линейные комбинации и их пример. Вот я ничего про ряды не говорю сейчас. Конечно, ряды там есть. Но там есть и пределы линейных комбинаций. И вообще говоря, если кси плохо устроено, там больше, чем ряды. Вот. Ну, вот так вот. Это замыкание берется в L2, то есть в пространстве, интегрируемых с квадратом случайных величин. Вот. Это подпространство. Подпространство. Пространство L2 омега FP. Вот. И иногда про HN кси говорят, что это прошлое последовательности кси, последовательности кси до момента. Итак, вот это и есть то множество линейных оценок, откуда мы будем искать наилучшую для ксен плюс 1. Ну, а дальше уже понятно. Раз это подпространство, то какая самая лучшая? Понятно, что проекция, да, ксен плюс 1 на это подпространство. Итак, пусть теперь Q с индексом n это проектор на hn кси. То есть это такой оператор, который вот если бы у меня вот это было hn кси, вот это какой-то какая-то произвольная точка пространство L2, то он ставит ей в соответствие ортогональную проекцию на это пространство. Да? Вот. Если вот это, скажем, Z, то вот это как раз QNZ. Вот. Ну вот, когда мы так договорились, то теперь понятно, что мы ищем. Значит, задача прогноза теперь состоит вот в чем. Мы теперь ее можем переформулировать уже следующим образом. Мы ищем кси нашим уголочком. Равное qn от кси n плюс 1. Вот это наша с вами задача. Если бы мы были недобросовестными писателями, да, то мы бы могли тут остановиться. Смотрите, вы ярлычок наклеили. Что такое решение задачи прогноза? Да, это ортогональная проекция, все дальше просто. Не просто. Вот наша с вами задача, как математиков, найти вот это дело в терминах спектральной меры. Последовательности ксиен. Разобраться, когда, например, вот это совпадает с самим ксиен плюс 1, как это имеет место для процесса случайных, последовательности случайных колебаний. Или наоборот, когда такой прогноз невозможен, когда здесь стоит просто нуль, то есть когда ксиен будет ортогонально, как для белого шума. Вот. То есть на самом деле для нас с вами как бы приключение здесь только начинается. Мы теперь будем разбираться, какова структура QN, какова структура прошлого для последовательности кси и как выразить оценку ксиN плюс 1
через предыдущие члены последовательности ксиена. Ну, это дело будущей лекции. На сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания.